Всем привет! Вы канал Злэбер Ферм. С вами, как обычно, я, Злэбер. И сегодня мы будем снимать довольно необычный ролик для нашего канала, а именно конкурс. Условия будут довольно просты. Сейчас я про них все расскажу. Давайте ознакомимся. Мы запускаем в честь 220 подписчиков новый супер конкурс на 22 призовых места. А условия довольно просты. Это первое. Подписаться на наш канал. Ну, это самое главное, разумеется. Вот ссылочка, кто не знает. Оставить на своей страничке или в ЛС мне написать ссылку в ВК, тоже писали или зайдите в шапки канала. И фотографию, чтобы подписаться на наш канал. Сделать репост данной записи в группе ВК. Ссылка также в описании под видеороликом. Подписаться на группу ВКонтакте, это обязательно тоже ссылочка под роликом. Итоги будут тогда, когда на канале будет 240 подписчиков. А призы довольно хорошие. Первое место получает лицензию Майнкрафта. Там бан буквально только на хайпиксель. Ну, короче, хорошая лицензия. Можно играть почти везде. Дальше. Сигна. То есть я или Ферум, но, скорее всего, по вашему желанию. Да. То есть Сигна, я или Ферум, вы сами выбираете. Делаем фоточку и выкладываем ее в нашу группу ВК и на нашу страничку ВК с вашим видом. Ролик с вами. Вы пишете нам в ВК, в Дискорд, неважно куда. Мы вам отвечаем. Вы смотрите, хочу с вами общаться в Скайварсе. На ваш выбор. Мы снимаем любой ролик с вами. Четвертое по восьмое место получает роспись ВК. Красиво. А 10-13 у вас ролик. То есть вы будете в ролике участвовать, как захотите. 14-17, но без Дискорда. А 14-17 место – это комментарий, лайк под вашим роликом. Это мы решаем, какие сами, под со мной. 18-20 место – вы подписываетесь на ваш канал. Ну и 21-22 место получает делюкс в Дискорде. А вот мы уже в Дискорде. А чтобы не поделить лишнюю информацию, давайте начнем сразу. Назвали ролик делюкс. Ну все окей. Давайте посмотрим, что она может. Ну, это административные вещи. Она может создавать приглашение и изменять никнейм. Затем можешь читать тексты канала и видеть их. Отправлять сообщения, проводить тест-сообщения, сравнивать ссылки, прикреплять файлы, читать истории сообщений, упомянуть всех, использовать внешние эмоции, добавлять реакции. И самое важное, подключаться, говорить, отключать голос участников, выключать звук участников, перемещать участников, использовать режим активации по голосу. Так что участвуйте, ребят. Победителей будет много, победит, наверное, каждый. Участников нужно будет больше. Удачи вам в конкурсе. Всем удачи и всем пока!